Як досягти довершеності, передати те, що ловить ваше око, знає фотографка, яка прийшла до нашої студії. Це Наталія Речинська. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Тож будемо говорити сьогодні про портрет, про ту красу, яку можна побачити нам, і про ті фото, які справді можуть змінити ваше життя. Насправді фотографія – це дуже цікавий вид творчості. І зараз дуже багато людей мають змогу взяти камеру в руки і зробити багато знімків. Скільки знімків доводиться робити вам? Дуже багато. Наверное, я на русском буду, мне такое будет удобнее. Очень много, причем я их не считаю, но довольно-таки много людей приходят с запросом посмотреть на себя с другой стороны, увидеть себя, пройдя какой-то путь, увидеть какие-то изменения. То есть довольно часто ко мне приходят одни и те же клиенты спустя какое-то время, допустим, раз в несколько месяцев, раз в полгода, раз в год, чтобы посмотреть, как они меняются. И каждый раз это совершенно новые люди, одно лицо, казалось бы, но это на фотографиях получаются совершенно разные люди, потому что мы меняемся, и задача фотографа портретного – показать то, как мы меняемся. Ага, це да. Для вас цікаво? Да, да, очень. А що ви бачите, які зміни? Ну, постарівш там, так? Нет. У меня на съемках всегда люди в настроении, и мы подбираем то состояние души, в котором находится человек. То есть и моя задача – передать именно настроение. Благодаря своей технике, благодаря свету, благодаря общению с людьми, я пошла в портретную фотографию только потому, что я люблю общаться с людьми. А портретный фотограф, он в первую очередь должен любить общаться с людьми, он должен любить людей, потому что как иначе передать через снимок человека, как его увидеть, его нужно полюбить. А як же, звичайно. Якщо до вас приходять, наприклад, люди вже дорослі, у них дуже великий багаж, да. У них за плечима все є. І, да. Можливо, не завжди вдається все відчути і зробити висновки правильні. І знаєте, тут може, да. Треба посидіти, випити кави разом, так? Обязательно. Перед съемкой мы всегда знакомимся. Зачастую нужно узнать человека до того, как ты его начинаешь снимать. То есть желательно встретиться заранее, перед фотосессией, пообщаться, выпить чашечку кофе, чашечку чая, спросить, как у человека дела, как настроение, как прошел день. Кем он работает, чем любит заниматься, может, это путешествие, может, просто котики. Но просто найти вот эту вот нить, связь, чтобы, вот действительно, вот слово «связь» — это именно то. Найти связь, и она уже тогда будет между фотографом и моделью. Наталочка, а вам ніколи не здавалося, що ви бачите так людину, да. А вона насправді зовсім іншою є у своєму житті? От як вам? Ну, моя задача – передать человека то, каким он есть на самом деле. И это можно сделать с помощью техники. То есть, допустим, если ты подобрал неправильный комплект техники, то, конечно же, могут быть искажения лица. Угу. То есть портреты нужно делать на длиннофокусные объективы для того, чтобы сильно не искажалось лицо. В любом случае объективы, камеры, они искажают реальность. В любом случае. Но благодаря опыту и знаниям, которые мы приобретаем во время обучения, и чем чаще мы фотографируемся, тем больше мы можем сделать выводы, как лучше и как более естественно передать человека, который сидит по ту сторону угу. камеры. Вот знаете, меня завжди дивувало, как одни фотографы бачать, да. Ваш образ, ваше обличчя и могут передать вас такой людину, яка вы есть на самом деле. А другие фотографы снимают, и ты дивишься, ну это не ты, ну совсем не ты. Ты не схожий на себя, ты не знаешь, как так могло статися. И ось тут, знаєте, той дисбаланс, який існує, і коли ти бачиш вже знімок, то ти розумієш, ну не те. Як вирівняти ситуацію? Чи це можливо зробити? Що, сказати фотографу,
Мені не подобається, давайте ще. Я бы советовала просто идти к другому фотографу. То есть перед тем, как... Вообще очень нужно хорошо подходить к подбору фотографа, и нужно понимать, что тебе действительно нравятся эти фотографии. Нужно увидеть себя на этих фотографиях. То есть нужно следить за фотографом. Ты можешь видеть, допустим, сейчас у нас есть у всех Инстаграм, и большинство заказов приходят именно с Инстаграма. У людей есть возможность понаблюдать за фотографом, увидеть, какой это человек, потому что фотография в первую очередь зависит от того, какой фотограф. От фотографа зависит абсолютно вся съемка. Ну, то есть не от человека, а от фотографа. И ага, тобто це не ви такий, а це вас так зобразило. Конечно, также зависит от багажа знаний, которые есть у фотографа. И самая главная обязанность фотографа – это расслабить человека. То есть чтобы он забыл о том, что у вас съемка. И тогда он будет себя вести, естественно, точно так же, как он ведет себя просто в жизни. То есть обычно... Тобто позувати не треба, так? Нет, нет. Ага. Ось, а зараз ми, коли дивимося Instagram, ми бачимо... Ну, такі лялькові фотографії, коли люди собі обрали ті чи інші пози, які увесь час переповнюють оці Інстаграм, там, я не знаю, там, Фейсбук і все-все, ну, різні мережі, які зараз трапляються, от, і складається таке враження, що всі жінки однакові, так? У них однакові обличчя, у них, ну, все однакове, так? Знаете, однакова шкіра. У каждого человека, сейчас скажу, да, у каждого человека своя походка, своя манера поведения, свои черты лица, морщинки. Ну, не может быть одинаковых лиц. Если мы, конечно же, говорим не за каких-то людей, которые делают одинаковые пластические операции какие-то, губы и все остальное, ну, по каким-то стандартам. Опять же таки, по каким-то своим, но есть, да, действительно много похожих людей. Но... Если говорить за нас, за обычных людей, то мы все отличаемся. У каждого своя улыбка, у всех разная улыбка, у всех разные глаза, размер глаз, разрез глаз, брови, скулы. Ну, если мы говорим вот конкретно за крупный портрет. Нос, подбородок. И это все говорит о человеке. Это, знаете, черты лица, это как черты характера какого-то. Когда ты изучаешь лицо человека и общаешься с человеком, ты тоже видишь о том, что не просто так эти черты лица есть у этого человека. Это очень интересно, потому что есть очень красивые люди, и они красивы не только снаружи, но и внутри. И... Ну, для меня фотография – это не просто сделать кадр и пойти обрабатывать. Для меня фотография – это в первую очередь общение, это изучение людей. И в процессе нашего общения я пытаюсь увидеть настоящего человека. Це дуже добре. Знаєте, це найкращі риси, які може взяти до уваги фотограф. Ми зараз маємо можливість подивитись на ваші знімки, на ваші світлини. Я думаю, що ми зараз це зробимо. Давайте. Бо дуже хочеться, щоб люди теж мали змогу познайомитись з вами як з творчою особистістю. Ну, трошки розкажіть про ці світлини, що ви хотіли передати, що вдалося, що, можливо, ні. На этих снимках в первую очередь я хотела показать вот нежное настроение модели. Хотелось показать женственность, хотелось показать какую-то утонченность. Каждый человек очень разный, и благодаря образам мы можем передать очень разное настроение, потому что у каждого человека есть... Есть характер. И когда мы находимся в каком-то состоянии, наш характер показывается именно... Ну, ви знаєте, настільки врівноважені у вас знімки, дуже гарно виглядають, такі от справді ніжні, тендітні, різні, я би так сказала, зовсім різні люди. Вони не виглядають штучними, це дуже добре. І отой плюс фотографа, коли справді ви змогли досягти успіху, розслабивши модель, так, знайшовши саме ті риси, які притаманні їй. Ну і тут багато у вас чорно-білих світлин. Ви, мабуть, любите чорно-білі фото. Я чем дольше занимаюсь фотографией, тем больше понимаю, что мне хочется больше передавать все чорно-белым. А чому?
Знаете, очень тяжело, вот если сейчас говорить за технические какие-то моменты, очень тяжело накрутить цвет тот, который хочется. Который, яке... Потому что от цвета от... тоже зависит настроение. Око бачить, так? Око ж да. вас бачить такий да. колір, так? А да. на світлинах виходить зовсім інший. Да, ну, чаще всего хочется все-таки передать естественный цвет. Но иногда цвет не нужен на съемку. Хочется просто передать настроение. А цвет отвлекает. Отвлекает от самого важного. От человека, который стоит внутри кадра. Вот. И насчет одинаковой кожи тоже, это ретушь. И ретушь хочется делать очень естественную. То есть ретушь, она делается практически всегда, на, даже в дорогих журналах, но ее нужно делать очень незаметной. То есть то, что мы видим в жизни, то должно быть и в кадре. Просто камера, она очень грубо передает нашу кожу. Угу. И с помощью ретуши нужно убирать те моменты, которые ты не увидел во время съемки. Вот я, когда делаю ретушь, я именно убираю только то, что я, ну, я это не заметила, ну, допустим, угу. есть какие-то морщинки, но они сильные-сильные там, да, но я их не заметила, их могу немножечко приглушить, допустим. Угу. Либо, ну, есть... ну, але немає такого, так, щоб зробити ляльку з людини, ну, я ні, ще хотіла додати, да. Наталочка, ось дивіться, коли ми, наприклад, беремо до уваги тих відомих фотографів, на які рівняється увесь світ, ми бачимо, так. що ніякі зморшки ніхто не прибирає. Ні, все ні. це підкреслює. Да, навпаки. Да, да, і да. Якщо вже так ставитись до фотографії, да. то нам не треба показувати штучність, ляльковість. Конечно. Нам треба да. показати те, що є у вас всередині. Яка да. ви людина, чим ви займаєтесь, чим ви живете, угу. що вас хвилює саме зараз. І отут фотографія – це якраз те. Так, так. Фотографія мене дуже хвилює. Я... Ну, извините. Так, чому вибачатись? Добре виходить у вас українською теж. Я просто так не закончу мысль. В общем-то, я просто очень люблю общаться с людьми. И это, наверное, самая главная причина, почему я пошла в фотографию. Я начинала со свадебной фотографии, а свадебный фотограф, он универсальный фотограф, потому что на свадьбе происходят все события, и ты попадаешь во все условия, которые только могут быть, с которыми ты должен справиться во время съемки. То есть тучи, плохая погода, плохой свет, опять же таки, это, ну, не сильно хорошо для портретов, для съемки. Вот. И когда ты попадаешь в такие ситуации, ты учишься. Швидко, до речі, бо реагировать на все. Да. Дуже гарні, якісні знімки, щоб це сподобалось особливо да. нареченій. Да. Не так йому, як їй. Да, да, да. Вот. И ты учишься быстро реагировать в любых ситуациях и выкручиваться, потому что камера там... Там есть настройки, есть светосильные объективы, есть слабые. И поэтому тебе нужно передать все так, как оно было. А и показать таке, самое красивое. Бувало, Наталочка, бувало таке, що сталося щось там непередбачуване, ну не знаю, там, і полетіла уся робота. Бывали, конечно же, такие случаи, но, в принципе, я не скажу, что есть ситуации, из которых невозможно выйти. Вы находили да. решение. Конечно, в любой ситуации можно найти решение, и, допустим, если это, допустим, свадьба, ну, вы ждали солнышко, у вас должна была фотосессия на улице быть, можно это все перенести в студию, где будет свет. И даже если на улице будет пасмурно, ну, там есть всегда профессиональный свет, который можно выставить, который можно сделать точно так же, наподобие естественного, угу. то есть так, как у нас на улице, и сделать тоже шикарные фотографии. Так, ну ось ще таке питання, яке, мабуть, зараз буде вартим для багатьох, бо зараз на телефон робиться, мабуть, більшість знімків, і так. хочеться передати момент, і хочеться, щоб ми завжди були гарними на цих знімках, mm-hmm. так? Чи є рекомендації професійних фотографів, як робити, наприклад, селфі? Звичайне селфі. Обычное селфи, просто берем телефон, вытягиваем руку, желательно это не насильно широко, ну, то есть сейчас у всех практически есть широкий угол на камере, но лучше этого не делать, потому что широкий угол сильно искажает наши пропорции лица. Допустим, когда мы снимаем вот... Сейчас. Ну, покажи приблизно, так, приблизно. Если мы снимаем себя вот так вот, у нас лицо будет худым, но угу. оно не будет совсем таким, какое оно есть. Нужно немножечко опускать на уровень глаз,
чтобы была камера, и тогда плюс-минус мы получаем то, что у нас есть в жизни. Но все равно нужно учитывать то, что даже наши камеры, наши телефоны не передают то, что есть в жизни. Ни одна камера, мне кажется, не передаст человека и всю красоту, которая есть. Но мы к этому можем просто стремиться. Так, але да. Для того, щоб це було максимально наближено, да. Нам потрібно виставити правильно світло. Ось да. Де треба, щоб було світло, скільки потрібно мати тих точок світлових, да. Так? Для того, щоб ми отримали гарний і результат, і не просто результат фото плоского, а щоб був об'єм. А об'єм робиться не за счет... Не за счет техники, на которую мы снимаем, а за счет света, который да, у нас звичайно. Есть. Да, и если мы говорим о естественных каких-то, о естественном освещении, то лучше съемки делать либо на рассвете, либо на закате. Это самый нежный, самый красивый свет. И если, допустим, мы берем солнце, нужно, чтобы оно находилось под определенным углом, чтобы оно было не слишком высоко, потому что если у нас свет находится слишком высоко, у нас подчеркиваются все впадины сильно и немного искажают. Нужно, чтобы свет был немножечко сбоку, не прямо. Если мы фотографируем прямо свет, именно свет у нас будет прямо тобто, напротив. Не в обличчя, не в обличчя, да, не в обличчя. А немножечко в сторону, чтобы был легкий объем на лице. В принципе, портретная фотография очень любит мягкий свет, не жесткий. Так, ну стільки да. Зараз варіантів ми почули. Я вам дуже дякую, Наталко, стільки всього зараз дізналися. Побачили ваші фотографії і зрозуміли, що насправді професійний фотограф – це той фотограф, який бачить людину зсередини. Дуже добре, що ви вийшли на той рівень, коли ви не просто знімаєте, а відчуваєте людину. І ну, це просто дуже добре для кожного з нас, а для професійного фотографа це взагалі… Ну, це вже успіх. Тому я вам бажаю досягнень у житті, в творчому житті, професійному, в першу чергу. Щоб все вдавалося. І будемо чекати, звісно ж, ваших нових робіт. Приходьте до нас спасибо у студію большое. Ще. І дякуємо за ті рекомендації, які ви подарували нам, як же правильно ставити свої телефони, аби наші знімки теж виходили дуже гарними. Спасибо, надіюсь, це було полезно. Звичайно. Мені було дуже цікаво. Так, добре. До побачення, Наталочка, а ми зустрічаємось за декілька хвилин з вами.